первый матч такой ответственный, основной состав играл, такой боевой. Ну, что-то не получилось, где-то не повезло, вот и проиграли, поэтому извиняемся перед болельщиками. Ну, во-первых, сегодня очень много потасовок, концовочки было. Матч вроде бы предсезонный, однако так страсти кипели. Что случилось? Почему так? Ну, проигрывать не хотели, поэтому страсти кипели. Ну, естественно, про момент мы будем говорить. С Мироном ваша стычка, может быть, как ты прокомментируешь ее, как так получилось. Потому что болельщики явно были воодушевлены этим моментом. Поехал заступаться за лидера. Как бы, что, слово за слово и погнали. Никто не разнимал нас. Этому был нужен, так сказать, удивлен. И все, что, подрались, пожали руки в конце игры. Завтра снова матч? Быстро, совершенно все. Да не, ничего, просто восстанавливаемся на завтра, готовимся. Надо побеждать уже перед своими болельщиками, зрителями, и все. Ну как оценишь атмосферу? Не так часто в прошлом году играл, как тебе в этом, как публика сегодня? Да не, классная атмосфера, болельщикам огромное спасибо, то, что поддерживали нас на протяжении всей игры, аплодировали, только хорошие эмоции вызвали они.